вами прекрасно знаем из учебников истории, что оба американских континента были изначально населены индейскими племенами. То, как они попали туда, до сих пор является предметом спора историков, этнографов, археологов. Я не буду уходить в научные дебри. Отмечу только то, что нам уже доподлинно известно, а именно то, какой геноцид учинили англичане и испанцы в отношении индейцев в процессе завоевательской деятельности и укрепления своих позиций на этих землях. В наши дни в Северной Америке практически не осталось коренного населения. Небольшие, затравленные, обездоленные кучки данного этноса загнаны в немногочисленные резервации в Северных Штатах и частично в Канаде. О них не говорят, их не вспоминают, они не нужны никому и вообще их не принимают за людей. То ли дело индейцы Южной Америки, Аргентины в частности. Здесь ситуация кардинально отличается по многим пунктам. В какой-то момент белое правительство якобы осознало свою вину перед завоеванным коренным населением, хотя лично мне кажется, что это было частью какого-то заранее разработанного хитроумного политического плана. И не только перестало это население открыто притеснять, но и определило для него права, льготы, да и вообще практически равную с европейцами жизнь. Насколько это соответствует правде и насколько индейцы оказались готовыми принять новые правила и адаптироваться под стандарты белой жизни, я расскажу в ходе своего повествования. В той же Аргентине индейцы составляют около 25% населения. И пожив в этой стране некоторое время, можно постепенно по их говору, внешности определить, из какой страны Южной Америки они приехали. А особо наблюдательные обладатели хорошего слуха могут также различать их речь по регионам и провинциям. Для людей, привыкших воспринимать Аргентину как страну, созданную европейцами, поначалу весьма непривычно обнаружить для себя во время прогулок по городу, что количество индейских лиц в толпе прохожих впечатляет, а в некоторых случаях даже поражает воображение. Увидеть индейцев в США – экзотика. В Латинской Америке – обыденность. Спустя века после европейского вторжения и постепенного приобщения к европейскому быту и атрибутам внешнего вида, индейцы все равно не выглядят органично в этой одежде. Они все равно очень сильно отличаются от нас не только цветом кожи, но даже и походкой, жестикуляцией и взглядом своих слегка раскосых, глубоко посаженных глаз. Дорвавшись до вожделенной свободы, равных прав с белокожим населением Аргентины, коренные жители избрали для себя далеко не самый лучший жизненный путь. Будучи от природы весьма недалекими, примитивными и ленивыми людьми, и это я говорю без грамма презрения, просто констатация факта, констатация качеств, заложенных от природы. Индейцы, населяющие Аргентину, решили, что им лучше уж бомжевать, попрошайничать, воровать, торговать наркотой, чем продолжать пахать во благо белых. Стопроцентное равноправие и демократия в самом своем плохом проявлении сыграли им на руку. Ни один белый аргентинец не рискует пожаловаться полицейскому на притесняющего его права индейца. Закон по-любому встанет на защиту последнего. Приведу пример из собственной практики. Я любила водить нашего маленького сына на детскую площадку недалеко от нашего дома, а жили мы, к слову, в довольно престижном районе. Площадка примыкала к ботаническому саду, и воздух там был особо свеж и приятен. Посещали это место так же, как и я, жители близлежащих домов, и наши дети отлично играли вместе. Несмотря на это, на площадку частенько захаживали целые семьи бездомных индейцев, чьи дети в грязных одеждах, с открытыми кожными заболеваниями и гнойными ранками,
начинали весьма нагло и безнаказанно приставать к нашим детям, отнимать у них игрушки и вытеснять со всех горок и песочниц. Пару раз я попыталась достаточно агрессивно, с чисто армянским пылом и жаром, на своем ломаном тогда еще испанском, прогнать их и запретить трогать вещи своего сына. На что мамаши, сидящие рядом, боязливо отзывали меня в сторону и объясняли, что я влезаю в весьма опасные дела, выражая открытую агрессию и неприятие этих субъектов. На мои недоуменные взгляды мне объясняли, что они могут вызвать полицию и заявить на меня, обвинив мне дискриминационное поведение, неприкрытую ненависть и ущемление их гражданских прав. Мол, да, у меня гнойные язвы по всему телу, но я буду трогать твои вещи, потому что у меня есть права. И вообще, катись колбаской, если что-то не устраивает. Нетрудно представить, как часто мне приходилось выбрасывать порой совсем новые игрушки и покупать новые. В первый период проживания в Буэнос-Айресе по своей наивности и по незнанию мест, где лучше не появляться хорошо одетой, а тем более с фотоаппаратом в руках, я лично стала жертвой уличного грабителя-индейца. И хвала небесам за то, что этот инцидент прошел для меня без травматичных последствий. Разве что чисто психологически пришлось достаточно долгое время восстанавливаться. В столице Аргентины надо знать, где гулять. Потому что несчастье может обрушиться на вас даже в парке, прилегающем к самому фешенебельному району. И время суток не будет играть ровным счетом никакой роли. Сталкиваясь на ежедневной основе с такими вопиющими вторжениями в личное пространство, граничащее с риском для своей безопасности, и в особенности безопасности своего ребенка, поневоле начинаешь крайне недоверчиво и негативно относиться к коренному населению. Однако, если задуматься, то по большому счету эти люди, какими они ни были, исконные хозяева этих земель. И не их вина в том, что белокожие захватчики сами создали ситуацию, в которой индейское население фактически мстит за все, что с ними делали на протяжении последних 5 веков. Самое забавное в сложившейся ситуации, и к этому наблюдению можно прийти, только пожив в Аргентине энное время, это то, что по странной случайности у индейцев и белокожих аргентинцев, в особенности итальянского происхождения, есть некоторые схожие черты, которые задают общую жизненную тональность стране. Уже не знаю, кто у кого перенял те или иные черты и качества, но и те, и другие питают слабость к вранью, как в мелких, так и в крупных масштабах. Получите обещание либо от тех, либо от других, и с точностью до 80% будьте уверены в том, что о нем либо забудут, либо настолько затянут с его выполнением, что вам будет уже все равно, либо конкретно обманут и сделают по-своему. Любимое слово «маньяна», что означает «завтра», здесь повторяется подобно мантре. И при этом сами аргентинцы высмеивают эту свою привычку не сдерживать данное слово, а в некоторых случаях весьма хитро пользуются этим недостатком. Недоумевающим по этому поводу всегда можно тонко намекнуть, что, ну да, мы такие, и вы это знаете, так что нечего возмущаться. Еще одной схожей чертой индейцев и итальянцев можно назвать лень. Уж не знаю, кто на кого и в какой степени повлиял в данном вопросе, но и краснокожее, и белокожее население Аргентины обожает сиесты. И это было первым, что зацепило мое внимание, когда я начала ходить по Буэнос-Айресу, жадно вбирая в себя все, что происходило вокруг. Насколько мне известно, сиеста – это отдых посреди рабочего дня, принятый в Испании. Не знаю, как долго он длится там, но в Аргентине сиеста подобна музе. Может посетить кого угодно, когда угодно и где угодно. Конечно, если ты офисный работник, вряд ли ты сможешь самостоятельно распоряжаться своим временем. Однако совсем другой сиеста становится для рабочих,
занятых на стройках, ремонтных работах на улицах и в прочих подобных местах. Помню, меня очень рассмешила чисто городская зарисовка с участием раскуроченного асфальта, торчащих из него в разные стороны ржавых труб и четырех рабочих индейцев, мирно спящих посреди всего этого безобразия в самых нелепых позах. Вы можете возмущенно сказать, мол, любой человек имеет право на отдых и обеденный перерыв. Не спорю. Однако за все годы жизни в Аргентине у меня была возможность наблюдать в разные часы рабочего дня, к примеру, из окна своей квартиры, за весьма любопытными буднями ремонтников, меняющих трубы на нашей улице. Или же, посещая на ежедневной основе какие-то места, следить за продвижением работы. Очень забавное зрелище, скажу я вам. Стягиваются трудяги к месту службы к 9-9.30 утра. Однако рабочий процесс не всегда начинается сразу. Медленно потягивая свой любимый мате, они неспешно бродят от одной точки объекта к другой, болтают, смеются. Немного поработав, устраивают привал, обедают, ложатся прямо на тротуар и засыпают самым невозмутимым видом. Самое любопытное то, что за все время пребывания в Буэнос-Айресе я только несколько раз видела белокожих работников и ремонтников. 95% такой работы выполняют индейцы с присущей им неспешностью, небрежностью и пофигизмом. Практически ни в одном учреждении я не видела индейцев на серьезных должностях, выполняющих, так сказать, белую работу. Та же ситуация и в университетах. Несмотря на то, что учеба в государственных вузах бесплатная, хотя имеются также и частные, платные вузы. Соответственно, теоретически любой может получить высшее образование, а затем, конечно же, и лучшую работу. Но индейцы слишком привыкли быть на вторых, а то и третьих ролях, а порой им банально проще покрасить где-то стены или прибить пару досок, чем пустить в ход мозги. И это на самом деле очень печальный факт. Женщины их либо подрабатывают уборкой домов и квартир, что иногда бывает занятием более трудоемким, чем сон на асфальте, либо торгуют овощами и фруктами прямо на тротуарах. Об этих уличных торговках можно много чего рассказать. Для любого приезжего они сами по себе являются своеобразной экзотической достопримечательностью города. К слову, вплоть до своего отъезда из страны я так и не смогла привыкнуть к этим женщинам. В основном они приезжают в Аргентину из Боливии и Парагвая. Внешне их не так уж и сложно отличить от индейцев гуарани, которые по своей численности составляют большинство индейцев Аргентины. Боливийские женщины бросаются в глаза нетипичной внешностью. Они имеют довольно грубые, совершенно неженственные черты лица, туловище их крупные, а непомерно широкие масштабы седалища выбиваются из привычных представлений о женской анатомии. Одеты они зачастую в национальные одежды, со множеством пестрых юбок с черными шляпками на головах. Они с флегматичным видом сидят прямо на тротуаре в любое время года, при любой погоде, неспешно очищают кожуру с тыквы, которая является культовым продуктом в любом аргентинском доме, чистят зелень, пьют мате, а в это время вокруг них копошатся их многочисленные дети самых разных возрастов. Глядя на такую торговку, сложно угадать ее возраст. На вид ей за 60. Все лицо в глубоких морщинах, тело бесформено от многочисленных родов, руки огрубевшие от тяжелой работы, ногти с траурной каемкой от постоянной чистки грязных овощей. Тебе уже начинает казаться, что это сидит бабушка в окружении внуков. Как вдруг, подойдя ближе, ты к своему вящему ужасу обнаруживаешь, что одна ее грудь обнажена, а на ней мертвой хваткой вцепившись в нереальных размеров сосок висит ребенок. Иногда это бывают младенцы, а иногда вполне так себе подросшие дети лет 2-3.
Что реально шокирует, так это то, с какой невозмутимостью эти женщины рассовывают товар по пакетам, взвешивают его, протягивают покупателям, рассовывают деньги по карманам, и при этом ребенок ни на секунду не выпускает грудь изо рта. Более престижной для индейцев является работа в супермаркетах и в качестве портеро, которым я посвящу отдельный фрагмент своих мемуаров. Такая работа официальна, со стабильной зарплатой, медстраховкой, но в такие места пустят далеко не каждого индейца. При каких условиях они ее получают, я затрудняюсь сказать. Хотя ощущение присутствия некоего блата или необходимости знакомств не покидает.